Ребят, я вам открыто рассказываю, как и что это происходит, да, и чтобы вы понимали, да, сделать такое простое изделие, которое состоит из 5 деталей и там нескольких болтов, это, ну, прям огромное количество технологических процессов, если это делать нормально. Можно, конечно, наварить все это и как бы идите лесом, но если мы хотим сделать для людей, чтобы это было удобно, ну, приходится прям, ну, я мотаюсь среди разных производств, вот прям целыми днями, да, в течение недели у меня каждый день по, там, по одному, по два производства профильных, да, вот как сегодня я в термообработке, я присутствую. Завтра поеду в токарный цех, потому что там готова, кстати, наша партия блок кроликов. Вот, я вам тоже покажу. Вот, ладно. Также хотел вам рассказать все нюансы работы. Вот есть такие болты, болты крепления данных шипов. Мы их тоже термообрабатываем. Вот они немножко грязные, да, будем их чистить. Для чего мы это делаем, да, и куча-куча, ну, нюансов, да, чтобы вы знали. Данные болты, когда закручиваешь и даешь на них шестигранником нагрузку, болты-то крепкие, а вот шестигранник начинает слизывать. Ну, вы все прекрасно понимаете, да, что я имею в виду, когда вот вместо данного шестигранника образуется просто круглое отверстие. И чтобы у вас такого не было, да, и на моих когтях такого не было, вот мы отдельно запариваемся и термообрабатываем, закаляем еще дополнительно шипы, болты, извиняюсь. У меня здесь это у нас 10 болтов, которые мы закалили на 52-54 единицы по Rockwell. Посмотрим, как оно будет, потому что те, которые мы калили под 55-56, они были, ну, у них чуть-чуть крошилась резьба. Сейчас мы сделали их чуть помягче, но при этом, чтобы у меня шестигранник оставался на месте. Так что вот такие вот нюансы работы, да. Теперь вы знаете, сколько нюансов, да, с каждой деталью наших гафов во время обработки. И все это делается вот в таких вот огромных печах. Вот, чтобы вы понимали, эта печь, ну, с меня размером. Вот там также обрабатываются вот такие вот. Она сейчас горячая, ну, даже прям жарит. Мне на нее руку не положить. Но вот моя рука, да, и эта деталь вместе с этими деталями у нас обрабатываются наши шипы. Там еще один цех отдельный. Так что, кстати, вот хотел вам показать. На вот этом оборудовании у меня есть уже несколько видосов, там, где мы измеряем плотности, да, и вот на этом оборудовании мы проверяем жесткость, плотность наших изделий. Всем удачи, всем пока. Кому интересны наш товар, заходим в ссылки под видео. На наш сайт, ну или на маркеты заходите, будем рады.